Привет! Ты на канале «Английский на пятерку». Меня зовут Анфиса, и я помогу сделать тебе домашку по английскому. Мы занимаемся по учебнику Spotlight для 4 класса, 2 том, страница 17. Давай посмотрим на первое упражнение и переведем его. Read and say which of the words in bold you can see in the picture. Прочитай и скажи, какие слова жирным шрифтом ты видишь на картинке. Вот здесь у нас нарисована картинка и дан текст. Давай прочитаем его и переведем. Birthday parties in England are a lot of fun. Празднование дня рождения в Англии – это очень весело. Children bring presents and cards for the birthday boy or girl. Дети приносят подарки и открытки для именинника или именинницы. Presents and cards – подарки и открытки. Then the party begins. После этого праздник начинается. At the party there is always lots of food and drink. На праздниках всегда много еды и напитков. Food and drink – еда и напитки. There are usually a lot of balloons in the room where the party is. Обычно в комнате, где проходит праздник, много шариков. Balloons – шарики. The children wear party hats and play party games. Дети носят праздничные колпачки и играют в праздничные игры. Party hats – праздничные колпачки. Hats – колпачки. After that, it's time for the birthday cake. После этого время для праздничного торта. Birthday cake – праздничный торт. The birthday boy or girl blows out the candles and makes a birthday wish. Именинник или именинница задувают свечи и загадывают желание. Свечи. Candles. Then everyone sings happy birthday. После все поют с днем рождения. Birthday parties are great fun for everyone. На дне рождения весело всем. Давай повторим все слова, которые выделены жирным шрифтом. Presents and cards – подарки и открытки. Food and drink – еда и напитки. Balloons – шарики. Hats – колпачки. Birthday cake – праздничный торт. Candles – свечи. Теперь давай посмотрим на картинку и найдем, какие из выделенных слов есть на ней. Но первым делом мы, конечно же, видим праздничный торт – birthday cake. Также мы видим на нем свечи – candles. На заднем плане нарисованы дети, а на детях – колпачки – hats. Рядом с именинником лежит подарок – present. На этом все. Вот мы и разобрали это упражнение. Если у тебя остались вопросы, можешь написать мне на почту. Адрес будет в описании. Увидимся позже. Bye-bye!